Всем привет! Сегодня 20 января 2023 года, свадьба Глеба и Регины. И пока наши молодожены уютно проводят вдвоем, мы с гостями решили провести интервью. Поэтому просим. Представьтесь, пожалуйста. Вика. Эля. Екатерина. Красотка. Наполеон. Ролик. Инга. Петр Первый. Президент. Паштет. Скажите, какие эмоции вы испытали, когда получили приглашение на свадьбу? Я осталась спокойна. Я издалека приехала, так что обиделась бы. Сожаление. Гнев. Разочарование. Грусть, печаль. Ну да, согласен, грусть. Дорогой дневник, мне не передать той боли, что я испытал. Я очень сильно расстроилась. Рад бы получил у меня. Ненависть, полная ненависть. Я понял, братишка. Значит, так надо. Кто меньше всего подарит сегодня денег нашим молодоженам? Нина, Ирина, Света, Юля. Михалева Ирина. Лана. Бойкова Лера. Антонова Ульяна. Игорь Павлов. Нина. Павлова. Тоже Павлова. Регинка Павлова. Но ты не ест. А если из гостей? Из гостей. А кто у вас еще? А Ульяна? Павлова. Александр Пушков. Что ответила невеста, когда жених сделал ей предложение? Да-да, ура-ура. Ого! Ура! Ура! А материться можно? Нифига себе! Ничего себе! Да-да-да. Вот это что так? Какой сегодня праздник? Ну, все праздники. Все праздники. День рождения. День комсомола. Знаете ли вы, где познакомились жених и невеста? Стоп. Бомжатники. В теплотрассе. В теплотрассе. В асфальте. Что сегодня вы подарите нашим молодоженам? Брусики. Тойота. 26 рублей. Стринг. Как он? Крузер или как? Как вы думаете, какие угощения будут сегодня на столах? Чифики. Опишите жениха. Какой он в ваших глазах? Скорбативший, в шапочке в такой, в платочке. Платочки. Не знаю. Такой. Повязка на голове. Толстый, красивый мальчик. Высокий, в шляпе. И с усами. Такой красивый, статный мужчина на коне. Грязный, неопрятный, мужчина, страшный. Да плотной, головой, весь такой, при бабках. Низкорослый. Низкорослый. Низкорослый, да, узкоглазый. Черноволосый. Опишите невесту, как вы видите ее своими глазами. Женщина. Фигуристка. С хорошими формами. Худэм. Она выглядит прекрасно. Высокая, худая. В шляпке. Противная. Угрюмая все время. Угрюмая. Молодая, попастая. Под какую песню сегодня молодожены будут танцевать свой первый танец? Крошка моя, я по тебе скучаю. Отлично. Я тебя письма не получаю, ты далеко. Отлично, хорошо. Батяня, батяня, батяня. Шири, шири, лейди, listen to the motion. Начал жизнь с трущоба городских. И добрых слов я не слыхал, когда ласкали вы детей своих. Я есть просил, я замерзал. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, я ведь взрослая уже. Покажите, как будут танцевать сегодня молодожены свой первый танец. Почему эти?
Все. Пожелайте что-нибудь нашим молодоженам. Счастья, любви, благополучия, благосостояния. Ну и стабильности. А друг друга понимать, любить и уважать друг друга. И друг другу как бы помогать в этой жизни нашей нелегкой. Чтобы прожили до золотой свадьбы еще больше, чтобы побольше. Детей богатых. Взаимопонимание, уважение. Я скажу, что я очень сильно их люблю и желаю огромного счастья в семейной жизни. Счастья, любви. Благополучия, детей много, миллионы денег. Денежная независимость. А? Чтобы все... Пару слов молодым. Можно добавить? Я вас люблю, ребята. Молодцы. Чтобы у вас все было хорошо, никаких ссор. Вы всегда друг друга понимали. Всего самого наилучшего. Терпение. Любви, ну и семейного счастья. Самое главное, чтобы уважали и слушали друг друга. Ну, счастье, понимание, здоровье. Чтобы уважали друг друга, прощались. Счастье им, здоровья, успехов во всем, чтобы друг друга любили, обожали, никогда не ругались. И внуков нет, штук в пять. Все, спасибо большое. We'll be right back.